случилось это в деревне Бережки. Когда кавалеристы проходили через деревню, на околице разорвался немецкий снаряд и ранил в ногу вороного коня. Командир оставил коня в деревне, а отряд ушел. И коня взял к себе мельник Панкрат. Он вылечил его, и стал конь жить у него на мельнице. Терпеливо работал, возил жерди, навоз, глину, помогал Панкрату чинить плотину. Панкрату трудно было прокормить коня, и конь начал ходить по дворам побираться. Ты куда? В деревне говорили, что конь ничей, а вернее общественный, и каждый считал своей обязанностью его покормить. К тому же конь раненый пострадал от врага. Жил в Бережках со своей бабкой мальчик Филька по прозвищу «Ну тебя». Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было «да ну тебя». Зима в этот год стояла теплая, в воздухе висел дым, снег выпадал и тотчас таял, около мельничного лотка забода не замерзала. Стояла черная, тихая, и в ней кружились льдинки. Панкрат к тому времени починил мельницу и собирался молоть хлеб. Хозяйки жаловали, что муки стало не хватать. У каждой оставалось на 2-3 дня, а зерно лежит немолотое. И вот в один из таких теплых серых дней раненый конь постучался в калитку к Филькиной бабке. Бабки не было дома, а Филька сидел за столом и жевал кусок хлеба, круто посыпанный солью. Филька нехотя встал и вышел. Конь, переминаясь ноги на ноги, потянулся к хлебу. Да ну тебя, дьявол! Иди копай, морда из-под снега. Филька бросился обратно в дом, но никак не мог найти крыльца. Так уже вело кругом и хлестало в глаза. Филька вскочил на в избу, припер дверь, сказал «да ну тебя» и прислушался. Сквозь рев метели он услыхал тонкий свист. Так свистит конский хвост, когда рассерженный конь бьет им себя по бокам. Метель начала стихать к вечеру, и только тогда смогла добраться к избе от соседки Филькина бабка. А к ночи колючий мороз прошел по деревне. Никто его не видел. но каждый слышал скрип его валенок по твердому снегу. Слышал, как мороз, озаруя, стискивал бревна в стенах, и они трещали и лопались. Вот ты где. Ждет нас погибель неминучая. Воды нет, мука вся вышла, а мельница работать теперь не сможет. Река застыла до самого дна. Сто лет назад упал на нашу округу такой же лютый мороз. Наморозил колодцы, побил птиц, высушил до корня сады и леса. От чего же стрясся этот мороз? От злобы людской. Шел через нашу деревню старый солдат, попросил в избе хлеба. А хозяин, мужик злой, заспанный, крикливый, возьми и дай ему одну только корку. Вот тебе, жуй. А мне хлеба с полу поднять невозможно, отвечает солдат. У меня вместо ноги деревяшка. А ногу куда девал? Спрашивает мужик. Утерял я ногу на Балканских горах, турецкой баталии, отвечает солдат. Ничего, раз дюжи голодный подымешь. Тут тебе камердинеров нету. Солдат изловчился, поднял корку и видит, это не хлеб, а одна зеленая плесень. Тогда он вышел во двор, свистнул, и враз сорвалась метель, пурга. Буря закружила деревню. И мужик тот помер. Отчего же он помер? От охлаждения сердца. Знаете, нынче завелся в Бережках дурной человек. Обидчик. Сотворил злое дело. Оттого и мороз. Неужто теперь умирать? Что теперь делать? Может, Панкрат знает, миленько. Он старик хитрый, ученый. Да ну его, Панкрата. А ночью Филька слез с печи, бабка спала. За окнами воздух был синий, густой, страшный. В чистом небе стояла луна. Филька запахнул тулупчик, выскочил на улицу и побежал к мельнице. Филька, плача, рассказал Панкрату, как он обидел раненого коня и как из-за этого упал на деревню лютый мороз. Что же мне теперь делать, дедушка Панкрат? Стужу прогнать надо. Прогонишь ее, и тогда перед людьми не будет твоей вины, и перед раненой лошадью. И будешь ты чистый человек, веселый. И каждый тебя потрепет по плечу и простит. Понятно? Понятно. Ну вот ты и думай. А я тебе даю сроку 1 час с четвертью. В сенях у Панкрата жила сорока. Она от холода не спала. Сидела на хомуте и подслушивала. Потом она, боком озираясь, поскакала к щели под дверью. Выскочила наружу, прыгнула на перильце и полетела прямо на юг. Ну, время твое вышло. Выкладывай. Дедушка Панкрат, я соберу со всей деревни ребят, возьмем пешни, топоры, будем лют рубить. А когда дорубимся до воды и потечет она на колесо, ты мельницу пускай. Ишь ты какой шустрый. Вода, конечно, подо льдом есть. А ежели лед толщиной в твой рост, что ж ты будешь делать? Да ну его, пробьем мы, ребята, и такой лед. А ежели замерзнете? Костры будем жечь. А ежели не согласятся ребята за твою дурь расплачиваться своим горбом? Ежели скажут, как ты говоришь, да ну его, сам виноват, пускай сам и лед скалывает. Согласятся. Наши ребята хорошие. Я их умолю. Ну? Валяй, собирай, ребят. А я пойду со стариками потолкую. Может, и старики натянут рукавицы и помогут нам. В морозные дни солнце восходит багровое в тяжелом дыму. И в это утро поднялось над бережками такое солнце. На реке был слышен частый стук ломов, трещали костры. Ребята и старики работали с самого рассвета, скалывали лед у мельницы. И никто сгоряча не заметил, что после полудня небо затянулось низкими облаками и задул по седым ивам ровный теплый ветер. В воздухе запахло весной, навозом. Ветер дул с юга. С каждым часом становилось все теплее. С крыш падали и со звоном разбивались сосульки. Не было только старой сороки. Она прилетела к вечеру, когда от теплоты лед начал оседать, работа у мельницы пошла быстро и показалась первая полынья с темной водой. Мальчишки стащили тревухи и прокричали «Ура!». Панкрат говорил, что если бы не такой теплый ветер, то, пожалуй, и не обколоть бы лед ребятам и старикам. А сорока рассказывала, что она долетела до теплого моря, где спал в горах летний ветер, разбудил его, натрещала ему про лютый мороз и упросила его прогнать этот мороз, помочь людям. Так до сих пор никто и не знает, правду ли говорила сорока, или все это наболтала от хвастовства. Ночью по деревне стоял такой запах теплого хлеба с румяной коркой, с пригоревшими к донцу капустными листьями, что даже лисицы вылезли из нор, сидели на снегу, дрожали и тихонько скулили, соображая, как бы словчиться стащить у людей хоть кусочек этого чудесного хлеба. На следующее утро Филька... Ишь ты! Только старая сорока сидела на ракете и сердито трещала. Должно быть, опять хвасталась, что это ей одной удалось помирить коня с Филькой. Но никто ее не слушал, не понимал. И от этого она еще больше сердилась и трещала, как пулемет.